Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И это новостное видео. Сетевые источники продолжают рассекречивать детали летних новинок Samsung. Несмотря на то, что до самой презентации остается еще 3 недели, уже сегодня под ударом оказались ценники всех планируемых к запуску устройств, которыми поделился корейский блогер. Ну, попробуем ему довериться, так скажем. Если верить источнику, гвоздь программы в лице Galaxy Z Fold 3 с памятью 256 и 212 гигабайт оценен компанией в 128 700 рублей и 135 080 рублей соответственно. Ну, цены, так скажем, неплохие, но поменьше, чем в прошлом году. Далее, в свою очередь, компактная раскладушка Galaxy Z Flip 3 в версии на 256 гигабайт обойдется 80 735 рублей. Вот так вот как-то, да? Причем, хорошая новостишечка, ребятушки, причем за оформление предзаказа производитель дополнит смартфоны комплектом подарков. Первый – это наушники Galaxy Buds 2 с расширенной годовой гарантией Samsung Core Plus. Это тоже неплохо. А в случае с Galaxy Z Fold 3 еще и фирменным чехлом с отдельным хранением для S Pen. Ну, стилуса, естественно, да? Вместе с тем источник обнародовал и цены на другие новинки компании, включая умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а также TVS-наушники Galaxy Buds 2. Естественно, что все представленные расценки носят предварительный и ориентировочный характер. А значит, и полностью полагаться на них, ну, до момента официальной презентации не стоит. Но, тем не менее, поговорим о ценах на Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 40 мм будут стоить 18 830 рублей, а также 22 190 рублей в версии 4G, ну, LTE. Galaxy Watch 4 44 мм 20 680 рублей, 23 690 рублей в версии 4G, соответственно. Далее Galaxy Watch 4 Classic 42 мм 26 690 рублей и 29 710 рублей версии 4G или LTE. Galaxy Watch 4 Classic 46 мм это будет самая крутая версия, ну по крайней мере на мой взгляд, и я бы хотел их приобрести, будет стоить 28 200 рублей и 31 210 рублей в версии 4G. Galaxy Buds 2 наушнички TVS 11 135 рублей. Если будут действительно эти цены, ну, тогда они меня радуют. Потому что прошлогодняя версия Galaxy Watch 3 в наличии, вернее, в старте продаж стоила 35 тысяч. А это будет дешевле, чем прошлый год. Поэтому ждем новостишек, ну и, естественно, официальных цен. Дай бог, чтобы они были именно такими. Вам же напоминаю, дорогие друзья, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете об этой новости. А также не забудьте жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить остальные новости.